И я добавлю, что перед сельхозпредприятиями региона поставлена задача сохранить посевные площади в этом году не ниже уровня года минувшего и вовлечь в оборот минимум 40 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Поэтому активно готовимся к посевной. Где, что и в каких объемах будем выращивать, в деталях расскажу прямо сейчас. Итак, общая площадь использования сельхозугодий в этом году почти 340 тысяч гектаров, а в регионе планируют высадить более 4 тысяч гектаров картофеля, почти 5 тысяч гектаров кукурузы на силосе. Больше всего посадим многолетних трав 211 тысяч, 58 тысяч зерновых и зернобобовых. Регион обеспечен семенами свыше нормы потребности. Так, например, картофеля нам требуется чуть более 8,5 тонн, а в наличии имеем более 9 тонн. И такие приятные цифры по всем показателям. Идем дальше. В Ярославской области в этом году выделены субсидии на элитное семеноводство. И вот лишь некоторые позиции из списка. Но сначала оговорюсь, это ставка на 1 гектар посева. На зерновые из федерального бюджета отведено 680 рублей. Повторюсь, это на гектар. Из областного 320. На картофель почти 10 тысяч из федерального, 4480 из областного, лен-долгунец чуть более 1000 из федерального и 480 рублей из областного. Вот такие цифры, и от них давайте перейдем к полям, а точнее к технике, которая активно будет в этом году работать на посевной. Тракторов нам потребуется почти 2500 единиц, готовность на 1 апреля 86%. Нуждаемся в почти и в плуге, 700 штук нам нужно, готовность 72%, культиватор на очереди, требуется 480 единиц, готовность тоже 72%. Грузовых автомобилей нужно почти 750, готовность 75%. Из областного бюджета, кстати, будет компенсирована часть затрат на приобретение техники для распашки неиспользуемых земель сельхозназначения в размере 20% от стоимости.